В железнодорожном районе отремонтируют напорный коллектор. Он отведет сточные воды с пивзавода Трехсосенский на правобережные очистные сооружения. Это поможет устранить подтопление проезда нефтяников, а еще устранить неприятный запах в микрорайоне «Опытное поле». Напомню, наша съемочная группа не раз выезжала по жалобам работников предприятий и жителей квартала, в том числе и летом этого года. С 93-го года. Вот здесь мы живем, и все время нас травят, травят и травят. Представители Ульяновского водоканала подтвердили, что в ближайшее время подрядчик начнет монтажные работы. На данный момент ведется окончательное согласование с организациями, через территорию которых проведут укладку коллекторных труб. Их закупил пивзавод, они из полиэтилена. Наивысшие у него прочностные качества. Здесь 300-я труба представлена диаметром 315. Здесь повышенная и износостойкость, и характеристики по тому напору, который может труба выдерживать. Если пивзавод будет соблюдать те нормативы по сбросу стоков, которые должны быть, то в данном случае эта труба пролежит от 50 лет и выше. В ходе монтажных работ также будут установлены пробоотборные колодцы. Это позволит городу контролировать выбросы с завода «Трехсосенский».